Это видео будет посвящено прежде всего вам. Да-да, именно вам, нашим подписчикам. Ну и, конечно, нашему каналу. Ведь именно он является тем мостиком, который связывает нас с Кокосом, с каждым из вас. 8 месяцев назад на нашем канале вышло первое видео, рассказывающее о жизни щенка по кличке Кокос в нашей семье. И вот буквально на днях наш канал набрал 1000 подписчиков. Мы благодарим каждого из вас, что вы подписались, а значит, поверили в нас. И мы постараемся вас в дальнейшем не разочаровать. Ребят, хочу заметить, что мы не являемся с моей женой Викторией ни зоологами, ни ветеринарами, а также большими специалистами в области разведения собак и дрессировки. Мы такие же, как большинство из вас. Мы просто любим собак. Но все-таки опыт небольшой, но есть. Я даже как-то в молодости, в ДОСАВ, заканчивал курсы судейства собак на выставке. Ну и немного занимался дрессировкой, конечно. Ребят, мы сейчас экспериментируем с нашим контентом, с подачей той или иной информации. В общем, ищем себя на этом поле деятельности. Что касается нашего главного героя, Кокоса, он растет, взрослеет. Мы очень много не сняли. И о многом еще не рассказали. По банальной причине, просто очень мало времени. Но мы обещаем, что 1-2 видео в неделю будет выходить регулярно. Друзья, многие просят сделать видео на ту или иную интересующую их тему. И мы обязательно выполним вашу просьбу. Но есть некоторые объективные причины, по которым мы сейчас это не делаем. Во-первых, нам необходимо собрать больше информации. Во-вторых, сделать подобающий видеоматериал. И в-третьих, банально набраться опыту, чтобы потом впоследствии на него ссылаться. На мой взгляд, это правильно. Что касается дальнейших планов, то они огромные, много охота сделать. Во-первых, снимать больше видео на самую любимую мою тему – веселые истории. Да, у нас есть такая рубрика в плейлисте под названием «Веселые истории». И там находятся смешные ролики про нашего щенка, собранные из веселых и интересных моментов, собранные в небольшую историю со смыслом. И в-третьих, рассказать о самой породе мопс, о ее плюсах, минусах, о ее особенностях. А также в дальнейшем, в перспективе, делать небольшие видеоролики, в которых мы бы могли ответить на ваши вопросы, которые вы задаете в комментариях. Может быть, эти ответы на ваши вопросы будут интересны еще кому-либо. Ну вот и все, что я хотел сегодня сказать, ребята. До новых встреч и еще раз спасибо вам.